И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Олег Алавгудвин, и мы проходим специальный мануальный массаж. И тренинг у нас по мануальной терапии. Сейчас мы переходим к массажу ног. Когда мы делали спину, соответственно, у нас в спину входила тоже ягодица. Мы уже ее отработали, отмассировали. Далее, если у нас заказаны только ноги, да, то ягодица опять же входит и массаж ног. И за анальным мы делим, вот как я на доске рисовал, да, в сторону от сердца, там видно доску? Нет. Не видно? Ну ладно, я так просто покажу, что за анальным мы со стороны сердца разделяем на участки, которые массируем по очередности к сердцу, то есть это первый, второй был участок, третий, четвертый, пятый, шестой будет, потом стопа, седьмой и пальцы, восьмой участок, да? Ну, зоны. А на всех зонах мы делаем движение снизу вверх. От пальцев ног, кровь, лимфу, межклеточную жидкость всю тащим вверх. Поэтому вот в ногах, да, мы сначала, ну, во-первых, открыли, оголили ту часть тела, которая нам нужна. Все остальное прикрыли простынью. Ноги лежат обязательно на валике. Желательно валик брать еще побольше. Это я уже объяснял, почему. Наносим масло на всю целиком ногу. И, соответственно, почему? Потому что идем от общего к частному. То есть сначала мы всю ногу согреваем. И заранее скажу вам некоторые секреты. Поскольку мы не успели покрыть маслом голень с той стороны, да, то заранее наносим масло чуть побольше на стопу, которая нам потом пригодится именно для обмазывания спереди голени. Поскольку мы работаем и локтями тоже, поэтому не забываем и локти.